сами не приехали-то?
представим все. Начальник управления по юго-западному административному округу Шепелев на Украине. Здание постройки середины 18 века. Пожар произошел в чердачном помещении, в котором располагались административные здания. В настоящее время идет горение 600 метров квадратных. Создано три боевых участка. На пожаре сосредоточено 17 самолетов, специально по командиру. Погибших пострадал 4. Люди эвакуированы в начальной стадии пожара. Ну, тут, ладно, на путь.